Приветствую, ребята. Сегодня мы опять будем играть в игру под названием «Губка Боб квадратные штаны вместе летучего гланца». В прошлой серии мы спасли Красикраб от банкротства, да и не только. Так, ладно, следующее задание. Спанч Боб, метель замедляет мой бизнес. Ты должен доставить этот крабсбургер с чили. Смотри, чтобы он не замерз. Есть, капитан. Блять, я где? Кстати, по плану я должен пройти 3 уровня. И я сомневаюсь, что у нас это получится с таким успехом. Это вообще что? И, кстати, да, насчет замерзания. Этой механики не будет. Поскольку, ну вы понимаете. Стоп, а что будет, если я опущусь на землю и увесе? Блин. Ах, да, точно, у меня же скрипучие сапоги имеются. И я про них-то и забыть смог. О, Сквидвард. Эй, Сквидвард! Хватит преследовать меня, Спанч Боб. Я пытаюсь практиковаться. Ладно, не будем мешать. Да ём. Что тебе нужно? Да ём. А как туда допрыгнуть? Как собака туда допрыгнуть? Ты что, не видишь, что я занимаюсь? Да не вижу. Ой. У. У! Ну вот, смотри, что я из-за тебя сделал, Спанч Боб. Это надо было всего несколько раз это сделать. Пипец. Хотя... Ха, стоп, я ж не в оригинальной вселенной. Да и у меня совершенно другой характер. Так что, заявляю сразу, Сквидвард, ты ужасно играешь. Ну, хотя я из оригинальной вселенной я этого бы и сказать-то не мог. Ну, потому что, вы же понимаете. Не понял. Нифига себе. Черт! Метель наступил. Метельник уже тут. Да и ядрит, смотри. Блин, а мощного пузыря у нас нет. Идите в жор. Реально, метель уже пошел. Туда нас метель не достанет. Ой. Уже! Блин. О! А вот и всплывающий. То, что нам и нужно. Да я тебе угадаю, я просто... Да, не допрыгну, пипец. Да ём! Да ядрит! Вы бы все знали, насколько я ненавижу эту механику. И то надо двигаться, и то вообще как здесь. Быстро! О, там еще и жизнь. А это еще что? Добро пожаловать на Медузия Родео. Собирайте монетки и доберитесь до финиша, чтобы получить призы. Управляй Медузой при помощи стрелок. Нажимай А, чтобы ускориться. Не понял, сейчас.
Ё-моё, это вообще где я? Ага, мне надо собирать монеты. И всего мне нужно 100 монет собрать. Пипец. Да ё-моё. Так, ну это спокойное. Спокойный тайм. Да ё. Ну, мне пришлось. Да ём! Ускорять лучше не стоит. Да ём! Чё он так медленно поворачивает? Ах, блин. Но это чертова метель. Нет. Рид! А это вообще возможно без хотя бы без урона пройти? Без бонусов. Не, вы сейчас серьезно? А я это должен, наверное, а я это должен без смертей пройти, напомню. Лады, пофигу. Ля, да, это издевательство. А, так вот, я могу прыгать, что ли? Пипец. Ну, точнее, летает, судя по виду. Эту кнопку нажал! Да ты... А, тут тоже монеты. Да, походу... Ну, я вряд ли 3 уровня, наверное, пройду эти. Ты вообще их там... Напомню, эту хреновину мне надо без смертей пройти. Ну и желательно без пропуска монет, так как за 100, наверное, дают максимальный бонус. Чёртова метель. Из-за нее я как пингвин нахрен. Да ты господи. Да! Yes! Бонус. Да, правда, бонусные хилы я не подобрал. Ну и на это пофигу. Стоп, это даже не тут. Где тогда? Где тогда то, что нам нужно? Неужели там? Неужели там что-то есть? Нет там вообще ничего. Хотя, стоп, у нас же есть что-то. У нас же есть проход, до которого нам не добраться было.
Да, вот он как раз. Добираемся. И вот. Мы уже тут. О, синий ключ. Как раз таки для одного из сокровищ голландца. Блин. Так, благо метель нам не угрожает. Чёртова метель. А ты еще кто? Бррр. Как здесь холодно. Надеюсь, чили поможет согреться. Рад услужить, сэр. Так. О, теперь у нас мощный пузырь. Правда, как мне этот мощный пузырь поможет перейти через этот звездец, я даже не понимаю. Ты-то над этим звездецом там... Да, еще что-то было, ну еб твое. Тынь-тынь-тынь. Нет, мощный пузырь мы пока что не берем. А то вдруг нас ожидает еще что-то. А, блин. У нас же нет выбора. А нахрена я оттуда спустился? Да, самое главное, что на это можно забраться даже и без пузырей, но... Без этого мы не сможем добраться и до этой медузы. Хотя, еще не могу. Могу. Так, но до этого места я уже добирался. Ну и, блин, опять что ли тут добираться? Ну и три. Да, тут что-то есть. Правда, блин, надо еще от метели как-то уворачиваться. Это не так уж просто. Да ладно, даже тут эта метель добирается. Вы что, издеваетесь? Так. А, это просто секретка была. Угу. Так, ну а в этом месте шар просто поможет нам добраться до вот этой вершины. Больше ничего. Да, в которой находится наш клиент, блин. А что связано с мощным пузырем? Объясните. Объясните мне хоть. Да ёб твою. Стоп. Вспомнил бы. Там же проходы были. Пипец. Ну я и забывчивый. Вот они. Так, проход к сундуку. Так, идем. Главное, не забываем о нашей цели, потому что, ну... Ну да, именно к сбору сокровищ. Ведь голландец будет, ох, как недоволен. Если мы этого не сделаем, что это было? Да ты еще что? Забавно. Сквидварда тут нету, а нам как-то нужно туда пройти. Охренеть. Быстро и эффективно. Блин, только нужно найти тайминг хороший, чтобы опрокинуть все это. Все опрокинули. Точнее, вывалили, собака. Не люблю я эти неожиданности, даже что будешь делать. О, там еще и обычные пузыри. А что если... А, мощные пузыри пока нам не понадобятся.
Сейчас нам нужны обычные пузыри, чтобы перебраться через это место. Да ты гость. Я, блядь, просто ругать гравитацию начну за это. А, мощные пузыри все же пригодятся. Правда, каким образом, если мы не можем? Возможно, мощные пузыри нам еще раз дадут. Только вот в какой момент? Этого нам знать не дано, к сожалению. А, нам еще дадут и воздушные пузыри, чтобы подняться наверх. Так, ой, еще одна дверь. С метелем, пипец. Не на отазник полный. Лучше пока метель в эту сторону идет, туда лучше не подходить. Вот, помогло. Теперь мы можем... Зашибись. А что было за пропасть? И вообще, где я? Блять, это вообще где? То есть мне надо было от них с помощью обычных пузырей избавляться, пипец. Так, ну пока они оглушены, мне надо успеть. Ага, тут вход. Да я уже ненавижу это. Я реально ненавижу эту чертову механику метели. Мало того, что она тормознутая жуть, да еще и... Идите уже. Да ты, бля... К счастью, нормально было. Нет. Да сук. Вот. Метель вошел в наше положение. Я вообще люблю этих медуз, да что точно нет. Не понял. Опять. А это лед.
Так, снова метель. На этот раз с зеленым ключом. И тут, да, воздушные пузыри подъехали. Главное еще и при этом не сдохнуть, а то будет обидно, если я сдохну. Так, ну главное нам спуститься оттуда. Ай, блин. Я и забыл. Нас будут эти дурни поджидать. Пипец. Ты че, куда вылез? О! Можно его раунд получить? Как я люблю этот прыжок, не имеющий физики. Шучу. Я его терпеть не могу. А, я уже подумал, это ход в пещеру. Но благо у нас всплывающие пузыри имеются, так что можем возвращаться. Нет. Фух. Это, господи. Я обожаю этих медуз, просто лучшие. Ать! Какого хрена? Только попробуй. Я тебя же лично сажу на шампуры. На какие шампуры? Эти. Не понял, я опять вниз, что ли? Да вы издеваетесь. О! На этот раз за мощными пузырями. Я же говорил, что где-то они пригодятся. Ну и нам их дадут снова, разумеется. Так, ну на этот раз нам надо идти по маршруту, задуманной игрой. Ой. Охрененно. Меня эти стереотипы задолбали. Чё за прыжок, блин? А когда там красный ключ уже? Ну, точнее, ключ квадратный. Я уже как бы круг нашел. И все и тому подобное, только я не заметил почему-то красного квадратного. Так. Не зря мне указывают на вот это. Возможно, там что-то связано. Ну что там связано? Так, бан. Жаль, я туда пробраться не могу. А вот теперь эта способность умудряется как-то правильно работать. Стоп. Так, сейчас нам нужны обычные пузыри, потому что без них уже никак. Так, это вообще где? О, красный ключ. То, что нам нужно. Так. Вообще, что это за дичь? Ага, это то самое место. Там еще есть секретка. Нет, туда мы не идем.
Благо той самой проклятой механики с метелью нету. Да и то уровень скоро закончится, так что можно расслабиться немного. Уи, пипец, как увлекательно, да собака, видите уже. Да, вот, как раз таки то самое место, для чего нам пузыри и пригодились. Вот как мне не нравятся они, вот, блин. Да чтоб те, кто их проектировал, сдохли нафиг. Реально. Да официально вам заявляю. Сильно заявляю. Сука. Да может ты что-нибудь сделал? Блин, это меня уже бесит. Еще не туда, куда надо. Класс, блядь. Да ты, блядь, мог что-то сделать? Дебик ты, блядь. Пока ты там бездействуешь, нам кобзда. Я люблю это просто, я просто это люблю, нет. Да... Да как это постоянно работает? Да еще ты не можешь допрыгнуть. Да сук! Как эта хуйня постоянно работает? Да ты иди... А так удачно шел. Какого, блядь, опыта по пузырям это мне понадобится? Да ты сук! Блять! Я ненавижу эту медузу гребаную! Да ты, блядь, иди на! Знаете, я ненавижу эту медузу всем сердцем. Идите вы знаете куда? В жопу. Я чё её заставил заснуть? Пиздец. Да! Куда мне выходить, собственно? Туда же? Это издевательство какое-то. Походу я просру всю серию на то, чтобы пройти только этот уровень. Далее я уже не знаю. И вообще, напомните мне, где сундук лежит? А то я его никак найти не могу. Точно, вы же тоже не знаете его местоположение. Потому что про него что-то все упустили. Лады сюда. Да что вот просера лежит.
Так, все, обычные пузыри. И все. Я пошел нахрен. Ладно, ребят, на этом я закончу, потому что я уже не могу. Но если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь. И если... И не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Пока!